Центральная избирательная комиссия завершила формирование миссии наблюдателей от СНГ. Всего от Содружества независимых государств за выборами в Казахстане будет следить 301 эксперт. Это представители Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и других стран. Как оценил Евгений Козяк, он же член штаба наблюдателей от СНГ, это самая большая миссия. Некоторые эксперты уже в Казахстане, остальные прибудут завтра и накануне дня голосования. Представители миссии провели встречи с представителями Генеральной прокуратуры, Верховного суда и Министерства внутренних дел. И сегодня в ЦИКе еще раз напомнили о необходимости оформить открепительное удостоверение тем, кто собирается в командировку или на отдых внутри страны, либо за границей. Открепительное удостоверение выдается избирателю, либо его представителю по доверенности в период от 4 марта до 18 часов 19 марта на основании письменного заявления.